Всем привет, с вами я, Аарон, и это новое видео по прохождению Вектор. Вы уже набрали 10 лайков, как я вас просил, спасибо вам за это. Ну а мы начинаем вторую локацию, стройплощадка. Хватает денег. Ёк-макарёк, я забыл подфармиться. Ладно, ничего страшного. Это все топово, как он это делал. Тут так, я сказал так, так. Тут вообще все топово, ребята. Вторая локация вообще прикольно очень. Ускоряемся. Ой, ёпкинкарёк. Всё заново, ребята. Вот это я рукожоп. Берем вверх, влево, вправо, влево, вправо. Залезай, давай, брат. Блин, опять интернет подключился. Ладно, ничего так страшного. Надеюсь, не будет лагать. Но мы идем дальше. А сейчас будет учить, как останавливаться. Ну, это и так. А, надо было поверху. У меня собака-придурок на окно залезла. Па-па-па-па-па-па. Что-то уже много фейлов произошло за это время. Я что-то все забыл уже, как тут, да, блин, тупой поезд отстанет меня. Все забыл, как играть вообще, все забыл. Другой, опа. Нас в прошлой серии этому уже научили. Как это делается? Оп, туда, сюда, туда, сюда. Первая серия, первая трасса пройдена на 3 звезды. Ну как обычно. Сейчас, погодите, извините. Меня молодой человек. Сейчас, погодите. Ребята, извините. Все, ребята, извините. Мне кто нажал. Давайте хотя бы на 2 звезды пройдем. Сделаем. Опа. Все, уроки помню, все помню, блин. Ага, вспомнили. Опять проходим. Ага, я вспомнил, как тут надо проходить. Все, чики-пики. Вот так вот. И прыгаем сразу же. Вот что могу.
Это... А, нет, это не так. Не та трасса, там, где можно... Я думал, это та карта, там, где можно забагать этого придурка. Как правильно. Все, пошли заново. Извините, то, что я так фейлюсь. Я ни одну взял монетку все-таки. Я уже не помню, сколько взял. Но одну-то точно взял. Капец, тут фейл на фейле будет сейчас. Ай, а чё, откуда надо было? А, тут можно и так. А, там трюк нужен. Я понял вас. Я думаю, это, короче, в бездну куда-то. Сейчас мы прыгнем. Па-па-па-ра-па-па-па. Ха-па-па-па-па. Извините, то, что я так люблю, но я давно не играл. Я вот правда говорю, я реально давно не играл. Вектор. Вот как записал последний раз, все. Я же даже забыл это сделать. Вы поняли. Нафармить деньги. О, золотая. Плюс соточка. Оп-оп. Ускоряемся. Прыжок. Взяли. Прыжок. Не взяли. Заново поехали. Давайте я поставлю на паузу и уже там покажу. Вот, ребятки, я уже почти дошел до этого момента. Вот он, этот момент. Точнее, вот он. А как тут? Я что-то не понял. Давайте опять скипну этот момент, пока я опять... Ребята, вот я опять дошел до этого сраного момента, блин. Вот, все сделал, взял, точнее. Опа, чехонька. А в смысле? В смысле? Короче, ждем. Вот я уже дошел до этого сраного момента. А нет, там был другой момент. Ладно, почти дошли до него, короче. Вот так. О, золотишко. Сейчас могу трюк купить уже. А, в смысле? В смысле? Ладно, стоим бы. Покупаем трюк. Ничего не понял, ну да ладно. Я, кстати, кажется, понял, как туда залезть и взять тот трюк, который с крана. Сейчас увидите. Ну, а в смысле? Короче, давай.
Вот сейчас попробую взять тот трюк. Блин. И вернусь к вам. Ребята, я понял, как его брать. Все, смотрите. Ай, да не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, 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 давай. Прыгай. Прыгай, красавчик, чувак. Оп, давай, отлично. Красавец. Ох, тупорылый охотник. Смотрите. Вот берем этот трюк, да? Получается. Берем это. Прыгаем вот так вот. Залезаем. И все, мы этот трюк взяли. Ай, да блин. Смотрите. Опа. Красиво, да? Я тоже согласен. Это красиво. Выглядит. Так. Аллилуйя, взял. Ну, не взял. Но... Ну, то есть я наконец-таки выполнил тот трюк. Там правильно. Ага, короче, ждем. Ждите меня. Я высплю. Ребята, вот я почти дошел до этого момента. Я понял вас. Мне еще долго. Спасибо. А нет. Ждите. Вот почти дошел до этого момента. Мне кажется, сейчас поймают. Но я надеюсь, то, что это не так. Да блин, а почему? Ребята, вот я почти дошел опять до этого момента. Меня уже бомбит. Я чуть не удалил игру. Ну, потому что бомбит меня. Аллилуйя. Я взял этот путь. Так, что тут у нас? Как дальше быть? Как жить? Тут сразу запрыгнуть. Тут красавчик захватился. Это было так изично. Вы шутите? Аллилуйя. Вообще, не отмена идея. Даже интернета, как я посмотрю. Ладно, погнали дальше. Ладно. Ну, отлично. Побежали. По-моему, не сюда нам, я так и знал. Там надо было сделать подкат, а не прыжок. Вот это бил. Это последний уровень на сегодня. Сейчас, погодите, Ребят, извините то, что остановили. Звать позвали. Я... Чего нафиг? Колеша. Ладно. Да блин, придурок. Начинает пить уже. Капец. Ай, короче. Я убью этого чувака когда-нибудь. Я узнаю, кто разработчик. Приду к ним в компанию и убью их всех. За то, что создали такую сложную игру. Да блин, а! Тупая фигня! Он меня опять догнал. Нечестно-то так. Все, я на полном серьезе. Меня подлагивает еще.
по-моему, тут надо было просто бежать. Ладно, не скользить, не прыгать, просто бежать. Я вас понял. Тут прыгаем. Да, отлично, пошлите за мной. Все, я теперь точно серьезно настроен. На все 100% серьезно. Блин, тупой поезд меня, наверное, плохо слышно сейчас будет. Взял, да, беги, дебил, сдох, ненавижу тебя. Этот уровень пройдем на 2 звезды. За серии я пройду его на 3 звезды. Если не забуду. Просто бежим. Да, нет, как? Моя тактика почти удалась. За мной все равно бежит козел. А, блин, сколько я доходил до этого? Меня какой-то взял, козел убил. Капец. Быстрее, быстрее, быстрее. Да почему? Почему я в любом месте, не, где я захочу, там и так не смогу сделать? Короче, я сейчас дойду до этого момента и вернусь. Вот почти я добежал уже до этого места. Вот я уже добежал до этого места. Все. Давай еще немножко и все, мы пройдем эту чертову карту. Точнее, трассу. Пожалуйста, это финиш. Нет, это не финиш. Что за говно? Я понял, короче, ждите. Вот я почти дошел опять до этого сраного места, где я сдох. Да, короче, вы все поняли. Вот я опять дошел до этого сраного места, где я все время. Да, пошло все в жопу. Вот я опять дошел до этого сраного места. Короче, не буду это скипать. Почему так? Вот смотрите, когда я не записываю, у меня все гладко идет. Я начинаю записывать, все, жопа мне. Почему это так? Вы все прекрасно сами поняли. Тупой уровень. Пожалуйста. Я хочу его уже пройти и закончить запись грёбаную. Прыжок. 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 Аллилуйя. Я почти все прошел. Я не там начал запись в тот момент. Твою ж дивизию. Скользим, здесь просто без прыжка, перепрыгиваем. Скажите, пожалуйста, опять эта штука. Давно ее, кстати, не было. С прошлого уровня. Аллилуйя, я прошел этот гребаный уровень. Наверное. Ты еще, я не знаю. Да, я его прошел. Охотник исчез. Куда исчез охотник? Ну ладно, пускай я без него буду. Так, короче. Вот почти я дошел до этого момента, и мне кажется, мы сейчас все заново будем проходить. Я столько проходил до этого места.
Вы не представляете. Это очень долго было. Пожалуйста. Опять он пропал. Вот это да. Он пропал. Я смогу дальше один проходить. И смогу не спешить. А я не помню, что тут надо было делать. Я прошел, ребята, прикиньте, я прошел. На... Твою мать. Ладно, я же вам говорил то, что мне серии пройду на 3 звезды. На этом мы будем заканчивать нашу серию. Извините то, что так долго. Извините то, что я бомбил. С вами был я, Аарон. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик и подписываться на второй канал. С вами был я, Аарон. Всем до встречи и всем пока.